Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня опять мы, Мингус и Жанна Шверта. Сегодня день Юпитера, четверг. Я хотела бы рассказать сегодня о планете Юпитер, какие цвета лучше носить в четверг. Это, как вы видите на мне, это оранжевый цвет, золотой цвет. Юпитер очень благостная планета. Так что, если вы хотите, чтобы Юпитер вам помогал и был у вас удачный день в четверг, одевайте оранжевый и золотой. К этому дню я купила вчера тени Катрис. Называются они Inglenaus Mustard 620. Я уже делала большой обзор на косметику Catrice. Ссылка у меня всегда стоит в одном из углов видео. Можете посмотреть. Это дополнение к теме косметики Catrice. Вот такой вот цвет. Золотой с розовым. Сейчас нанесу. Так вот, свотч. Сегодня я нанесла вот сюда, как основу. Его можно, этот цвет можно использовать как растушевку, можно как хайлайтер. Сюда. Сюда, сюда. Посмотрите мое видео «Пухлые губы». Там я даю секрет пухлых губ, как их сделать. В общем, вот такие интересные тени. Они немножко таким даже с розоватым отливом. На лето очень хорошо использовать их. Смотрите мое предыдущее видео «Лимитки Катрис». Кстати, я там забыла рассказать о двух лимитках. Это оранжевый и какой-то сиреневый. Сегодня оранжевый цвет на мне. Здесь вот. Вот этот оранжевый цвет. Ой, бежал кот. Этот цвет как какой-то сиреневый. Сейчас сделаю свотч. Вот он. На пальце. Вот он здесь. Так, оранжевый, оранжевый. Это оранжевый. Здесь. В общем, если вы видите лимитки от Catrice, всегда обязательно покупайте, потому что часто в основную коллекцию эти тени не входят, но очень интересные цвета, их можно использовать. Вот этот сиреневый цвет, который я показала, у Крыгина Елены есть ссылка на тени, основу MAC, как она их очень сильно рекламирует, напишу, какой она цвет рекламирует. Когда я посмотрела эти тени MAC и вот эти сиреневые тени, они приблизительно одинаковые по оттенку. В общем-то, можно сэкономить. Тени Catrice стоят около 3 евро. MAC стоит около, по-моему, 17-15 евро. Точно не помню. Ну, в общем, я не стала их брать, потому что у меня были эти уже тени от Catrice. Также я в макияже использовала вот эти тени зеленые. Ну, почему я люблю зеленые тени, я уже говорила. Они дают глазам такую... Вы выглядите моложе намного, когда у вас на глазах зеленые тени. Их можно использовать как акцент. Посмотрите мое предыдущее видео, Катрис. Там будет об этом. Также использовала я вот этот... Лайнер
Тоже у меня видео о нем подробно есть. Также я купила вот эту тональную основу. Расскажу о ней. В общем-то, Max Factor делает отличные крема тональные. Расскажу как-нибудь о нем, о моем впечатлении об этом средстве. Также я использовала сегодня в макияже пудру или румяна, или как его что-то, нюд. Вот Dior. Тоже сделаю видео об этом продукте подробно. А водочек на мне вчера сделала, расскажу тоже, как это делается. Все очень быстро. Цветочек за мной, с этой стороны, кипиаструм. Видео тоже было предыдущее, будет ссылка. Что еще? Обязуюсь рассказать о косметике Essences, что я там покупаю, что мне там нравится. Также я все обещаю сделать видео о отелях Египта, который находится на африканском континенте. Тоже расскажу. До свидания, до свидания, до свидания. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, делайте лайки. Всем-всем до свидания. С вами была Жанна из Шверта из Германии. До свидания.